Всем большой привет! Сегодня хочу показать, как можно сделать конусы для выпечки трубочек из подручных материалов. Чтобы не пропускать новые лайфхаки и рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Для изготовления конусов нам понадобятся всего лишь листы бумаги формата А4, и обычная фольга для запекания. Берем один лист бумаги, складываем его так, чтобы получился острый угол. Место изгиба хорошо заглаживаем, а затем переворачиваем лист на другую сторону, так, чтобы сторона изгиба находилась напротив вас. Дальше левой рукой определяем примерно середину этой стороны, а правой захватываем самую короткую сторону листа и начинаем сворачивать по типу как кулек для семечек. Свободный край при этом держим в натяжении, а внутреннюю часть подкручиваем, пока не получим желаемый диаметр. Затем все лишние края бумаги загибаем внутрь до тех пор, пока не зафиксируем свободный край. В результате получаем плотный конус длиной примерно 12-13 см. Таким образом делаем нужное количество заготовок. Дальше берем пищевую фольгу. Отрезаем полоску, ориентируясь на высоту конуса. Кладем заготовку под углом так, чтобы от ее острия до края фольги оставалось примерно 0,5 сантиметра. И заворачиваем бумажный конус в фольгу. Лишние края фольги загибаем внутрь конуса. Это придаст дополнительную плотность. Чтобы фольга не разматывалась, острие тоже хорошо обжимаем. Такую процедуру повторяем со всеми заготовками. Вот и все. Самодельные конусы для трубочек готовы. Можно сразу переходить к выпечке. Смазывать их ничем не нужно. Если вам понравился лайфхак, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.